Полицейские уничтожили под Рязанью крупную партию оружия и боеприпасов. Саперы взорвали 12 тысяч патронов, 7 килограммов пороха, 8 гранат. Кроме того, уничтожено более 3000 стволов огнестрельного оружия. Некоторые из них изъяты в ходе рейдов или в процессе расследования преступлений. Большинство же в рамках операции «Оружие». Население добровольно сдает в полицию арсенал. При этом не только не несет уголовной ответственности, но еще и получает деньги.